Морской бульвар и направляемся к дому моей бабушки, которая раньше тут жила, когда еще все было хорошо. Отлично. И сейчас мы покажем вам, насколько, как плохо стало ее квартира. Нас предупредил таксист, что здесь все не разминировано, валяются мины, растяжки, что тут ходить опасно. Вот, ребята, что с домом моей бабушки. Да какой обходить? Гляньте, вот там вот тут за деревьями закрытый подъезд. Вот это называется закрытый подъезд. Приблизись. Гляньте, ребята. Гляньте. Ля, тут люди пропадают, а они кошек ищут, вообще дауны. Вон, вот там вот тут, вон второй этаж, бабушкин балкон. Там вот тут, гляньте, машина. Дэн, ты хотел себе машину забирать? Здравствуйте. Здравствуйте. Вас обойдем. Давай аккуратно. Давайте лучше фонарик включу, подождите. Просто чисто как. Пепел, и больше ничего. Одна керамика осталась целая. Остальное все посгорало, даже металл. Там вон игрушки, значит, люди здесь, вот в соседнем доме живут. Это 34-й дом. Короче, ребят, мы подходим только к углу, но уже видно сразу, что дом плохо. Не знаю, но он, наверное, уже не вылезет. Он кончается. А тут 15-я квартира здесь, скажете? 15-я. Здесь была. А вы здесь живете, да? Да. И что, и тут можно жить еще? А, вы, наверное, на первом этаже, да? Люди как-то сидят. Собаки. Еще, говорят, на кострах.